Hey! Приветствую, дорогие друзья, с вами Ангрей. Надеюсь, что сегодня в твоей душе станет, дружище, чуточку теперь с игрой Orcs. Довольно необычный визуал, плюс... название такое, не всеобъемлющее. Наступили самые темные времена, приспешники... Вечного врага уже на пороге. Медлить нельзя. Если мы сейчас не заберемся источником гибели, то королевство не останется камня на камне. Откройте книгу, и она указывает вашего врага. Он не один, и пронзительно смотрит на вас из кромешной тьмы под защитой трех стражей. Видим, в таких фресках. Мультяшный такой, не знаю, как будто бы, знаете, и картинки их прям вырезали из бумаги, они нарисовали. Ну, нарисовали и вырезали из бумаги. Так, это у нас что-то карточное, я так понимаю, да? Боже мой, это Каркасон? О май факинг гад. Это похоже на Каркасон. Сука. Жесть. Обочина, военный привал, защита позиции 5 единиц. Это похоже на настольную игру Каркасон. Ё-моё. Внешняя стена. Смежная стена. Ну да, 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 это Каркасон. Повернуть нельзя никак. Наверное, если нажать, то полностью меняется вся дека. Вообще любопытно, с кем-то я играю. Деньги капают. О, можно дойти сюда. А. Сброс. Если у вас в руке нет ни одной полезной карты, вы всегда можете нажать кнопку сброс, чтобы получить новый набор карт. Но будьте осторожны, если вы используете эту кнопку достаточно часто, новая волна врагов появится быстрее. Это Каркасон с каким-то набором врагов. Ну не зря здесь стены есть, но Каркасон... Сегодня это типа была часть города. Дань для феодала. Короче, больше золота дорога. Огонь. Еще кого-то атаковать придется. Ветер, руна при скорости атаки. Фига себе. Руна земли, руна плюс максимум здоровья, блеск вот. Здоровье кого? Кого я могу бафнуть на здоровье? Давайте нажмем еще раз и разбросим. А сюда я не могу пойти, а почему? Скрытое задание застроить клетку рядом с сокровищницей. Ну так я хочу построить, хочу. Мне не даешь. Я думал, что все. На и пало получается. Я прошу, мать. Две открытых стены замка. Не, сюда народ. Да. Пускай так. Пассивное золото. Понимаю, я. После завершения строительства дороги вы будете получать дополнительное золото. Ну да, да, как в Каркасоне, в общем. Спасибо за information. Вы нашли сокровищницу, хранящую тайны знаний. Вы можете завершить ее квест, получив награду. На игровом поле разбросаны различные типы сокровищниц. Теперь я буду отсюда что-то строить. А стена распути. Ферма. Типа завершить. Супер дорогу супер фермой. Или просто ее построить здесь, я могу понимать.
Но дорога все равно от нее пойдет. Можно еще построить деревню с фермой. Класс. Обложили налогами. Внешняя стена. Там нужно что-то внутри строить. Какое-то распутье. Давай сюда, допустим. Стена. Эй, бля, я не хочу. Я дорогу соединил, я просто теперь не вижу, что происходит. Видимо, так и надо строить. Выглядит как-то по-дурацки, ну ладно. Вот сюда не заходит. Вот это вот. Выглядит реально по-дурацки. Ну, это, в принципе, опять же, каркашон. Урона 6 к урону. И награду. За что? Я ничего не сделал. Диагональную стену. Странно. А, какой-то отсчет идет. И игра завис. Три волны врагов, которые должны теперь еще и уничтожить. Мы бафнули наш отряд, я не знаю. Но, в принципе, если бы тут было только строительство, эта игра не, вообще, наверное, не имела бы никакого смысла. Так, тут, видите, какие-то враги. Мы дальше можем строиться. Капец, дороги у меня просто пролесные. Так. Красный индикатор значит, что в вашей колоде нет подходящего тайла для этой области, и вы не можете ничего там построить. Ага, короче, тут все. Это место нам ничего не дает. О! Эй, бомжи! Бомжи! Если я так построю, то получается. Я здесь заблочу, да? Твою мать. Твою-то медь. Ну, типа, отбились, понимаю. Это мини-город или как-то Гургунди. Давайте деревню здесь. А нет, это не деревня, это что, это ферма.
Деревня, вот. Мирная стена. А в итоге здесь будет тоже заблокировано. Нафига тогда строить? Нести это нельзя. Дань для феодала. Так, давайте здесь деревню, как дорогу завершим. Где эту смежную стену можно построить? Что-то нигде. Можно мне другие карты? Понимаю, мы типа здесь завершили. Молодцы, пацаны. Тоже завершили. Почему сюда ничего нельзя теперь построить? Тело у нее и попахивает. Ну, в целом, блин, мне тут даже говорить нечего. Это Каркасон с элементами вот каких-то боев. С простенькой рисовочкой. Принципе, ну, достаточно разумная идея. И как вот именно сделать настольную игру игрой полноценной уже. Но при этом, в принципе, все, что, чем она является, в ней узнается. Там продолжать я смысла не вижу. Само мне как-то Каркасон не зашел, я в него пару раз играл. Было крайне неинтересно. Да, вот показывают, где Орда находится. Как-то влияют ли эти... Можно карту ферма, внешняя стена, гильдия песцов. Ну, здесь еще дополнительные какие-то свои моменты, приколюхи есть. Но мне... Ну, я вижу, что вот те, кто любят эту игру, мне кажется, им зайдет вот такой вот вариант.
Да, они вступают все-таки в бой, так что есть смысл в этих челиках. Завершает город со стенкой или как? Видимо, не очень, да? Да. Смотрится это упоротенько. Видимо, гильдия писцов должна быть частью какого-то города. Я так понимаю, выдержал количество волн, прошел данный уровень. Одна карта в руку, а 4 стены у замка. Тайл. Ну, тайл, боже мой, это как на столках. Так. Какие-то карты набрали. Короче, дополнительные механики есть, чего только нету. Забрать зенит. В общем, думаю, да, любителям Каркасона понравится мой рейтинг интереса. Но, на самом деле, даже я 2,5 балла поставил. В принципе, это играбельно. Но, опять же, тут есть некая цель. Отбиваться от монстров, есть дополнительные задания, дополнительные карты, как я понимаю, будут открываться. Так что это прикольно, на самом деле, прикольно. Что ж, можете друзья подписаться, поставить лайк. Иногда мы и на столке также смотрим. Знаю, что их не прям много любителей, но кто-нибудь да найдется. Сюда нельзя. Напишите комментарии, как вам вообще вот эта данная игра, даже если вы не играли, скажем так, в непревзойденный оригинал. И желаем счастья, здоровья, друзья, любить себя, любить своих близких, постарайтесь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг вас, потому что если этого не делать, то наша жизнь так и будет становиться все хуже и хуже. Прикол, что она, в общем-то, зависит-то друг от друга. Это вот порой не очень адекватная ненависть, которую почему-то люди любят друг друга испытывать. Мне она непонятна. Ну да, гильдия должна быть частью города. Дополнительная голдишка. Да, с писцами, конечно, тут можно город гигантский просто строить. И вроде бы он до сих пор даже не закончен. Выглядит это максимально странно. Вот тут что-то еще должно быть, я так понимаю, да? Почему-то построить нельзя. Ага, вот, закончили наконец. Теперь этот город может отбиваться от них. Вот в чем его прикол. А также в конце каждого видео даю мини-задание, которое может выполнить абсолютно каждый. Завтра, когда вы, друзья, проснетесь, обязательно улыбнитесь и подумайте, что всегда будут люди, с которыми можно сыграть в какую-то настольную игру.
И ненависти у вас друг к другу никакой не будет, вы просто будете вот людьми, которые просто вот играют на столку и наслаждайтесь процессом, а не тем, что как-то делаете кому-то плохо или так далее. Всем на этом спасибо и до новых встреч. Пока-пока.